Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. В минувшую субботу состоялось торжественное открытие обновленного Дома культуры в селе Малодолинском. Сохранение объемов грузопотоков стало главной темой конференции трудового коллектива государственного предприятия «Ильичевский морской торговый порт», которая прошла в минувшую пятницу. В ночь с воскресенья на понедельник неизвестными лицами или лицом была предпринята попытка поджога здания телерадиокомпании «Ильичевское телевидение 3». Около 1000 человек приняли участие в первом осеннем общегородском субботнике. Легендарный спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Верастюк посетил наш город в рамках проведения чемпионата Ильичевска по стронгмену. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі. Інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Президент Петро Порошенко своїм указом переніс початок осіннього призову на 1 листопада у зв'язку з проведенням місцевих виборів. Про це заявив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони полковник Олександр Поронюк. Як наголошується, рішення перенести осінній призов на місяць було прийнято для того, щоб на місцевих виборах 25 жовтня залучити більшу частину електорату. За словами Поронюка, 1 жовтня в Україні стартував набір військовослужбовців на строкову службу, і повістки у військкомат отримали кілька сотень призовників. І раптом президент Петро Порошенко своїм указом переніс початок призову на 1 листопада. У відповідності із статтею 3 пункт пунктом 7 закону України про місцеві вибори, військовослужбовці строкової служби не мають права голосу на місцевих виборах, зазначив він. Таким чином, ті, хто вже незабаром буде проходити військову службу, зможуть проголосувати. Тепер тимчасові рамки осіннього призову такі – з 1 по 30 листопада. При цьому кількість призовників не зменшиться. Він нагадав, що призову підлягають чоловіки у віці від 20 до 27 років. Термін проходження строкової служби для чоловіків, що мають вищу освіту – 12 місяців, без вищої освіти – 1,5 року. У Чехії зафіксували зменшення кількості біженців, які прямують до Європи. Міграційний потік практично зупинився. За останні дні поліція затримала лише поодиноких мігрантів, зазначив міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Мілан Хованець. Утім, ситуація може кардинально змінитися через подальшу активність бойових дій у Сирії. Війська тамтешнього президента Башара Асада за підтримки російської авіації почали новий наступ проти повстанців на південь від міста Алеппо. За останні три дні район Алеппо залишили близько 70 тисяч людей, повідомляє одна із сирійських гуманітарних організацій. Президент США Барак Обама офіційно розпорядився підготувати документи для скасування санкцій щодо Ірану. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. У липні у Відні лідери Ірану, США, Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини та Росії уклали угоду, яка передбачає обмеження ядерної програми Тегерану в обмін на скасування міжнародних санкцій. Експерти вважають, що підписання цього документа зменшить авторитет Росії на Близькому Сході та позбавить Москву енергетичних важелів впливу на Європу. Тіла двох загиблих виявлені на борту піднятого на поверхню катера «Іволга», затонулого в районі затоки Одеської області. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков ввечері в понеділок 19 жовтня. Також є інформація про те, що на борту знаходилося більше людей, ніж було відомо раніше. Про це під час брифінгу повідомив голова урядової комісії з розслідування аварії віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Віце-прем'єр-міністр повідомив, що на судні перебували чоловіки і одна жінка, дітей на борту не було. За його словами, з постраждалих в лікарні залишаються тільки двоє – з осколковим переломом кінцівки і пневмонією. Також міністр заявив, що цей катер був прогулянковим, згідно з даними з техпаспорта, і не предназначався для рибальства. Нагадаємо, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, на борту у момент аварії було 33 пасажири і 3 члени екіпажу, з яких 14 людей загинули. За попередніми даними, причиною аварії стало перевантаження плавзасобу пасажирами майже втричі, вихід на воду з нелегітимного місця і помилка капітана при маневруванні в поганих погодних умовах. Ремонтные работы стоимостью более миллиона гривен в Молодолинском доме культуры продолжались несколько месяцев. В субботу состоялось торжественное открытие обновленного дома культуры. Гостей праздника приветствовали творческие коллективы, которые занимаются на его базе. Теперь культурный центр Молодолинского принял нарядный и ухоженный вид с благоустроенной территорией, озеленением и детской площадкой. В Молодолинском живет почти 1000 детей. Многие из них занимаются в кружках Дома культуры. Поэтому его открытие маленькие жители села ждали с особым нетерпением. Я живу в Молодолине, занимаюсь в ансамбле «Незабудки». Мне хорошо, что нам починили наш клуб. Я буду с удовольствием продолжать в нем заниматься. По словам жителей Молодолинского, Дом культуры для них имеет большое значение, ведь это не просто помещение, а место, где есть возможность развивать творческие способности и таланты взрослых и детей. Огромный праздник сегодня в нашем селе, открытие Дома культуры, обновленного, такого красивого. Для нас это действительно событие, потому что более 20 лет я живу здесь, не знали, куда водить детей. Сегодня мы знаем, что у нас есть такой хороший клуб, достойный клуб. Моя дочка занимается здесь танцами, старший сын тоже ходит сюда на брейк-данс. Очень довольны, что нам не приходится уже возить Величев. А что мы можем себе спокойно пройтись к своему клубу родному и достойно дать детям образование. В честь открытия обновленного Дома культуры его творческие коллективы приготовили для гостей торжества праздничный концерт. Зрители дружно аплодировали маленьким артистам, которые исполнили яркие танцевальные номера. Разделить праздник с жителями Молодолинского приехали многочисленные гости, представители городских властей, депутаты Ильичевского городского совета. В поздравительном слове мэр города Валерий Хмельнюк рассказал о проделанной работе и о том, что еще предстоит выполнить в Молодолинском. Ильичевский городской голова утверждает, что капитальный ремонт Дома культуры – это лишь один из шагов, направленный на строительство комфортной жизни жителей Ильичевской территориальной громады. Мы решили практически переделать заново это здание. Ему много лет уже, там 5 десятков лет, многое пришло в негодность. Здесь единственное, что осталось, только вот стены. Все остальное здесь практически заново. Это вот крыша, совершенно новая, современная крыша. Это вот, скажем, здесь внизу тут котельная, которая работает в направлении так и газ, и на пилетах. Значит, сделан комплекс благоустройства. По словам Ильичевского градоначальника, работы в Доме культуры будут продолжены. Мы должны сделать один раз на всю оставшуюся жизнь. Поэтому мы сделали только эту часть работы. И сразу после, скажем, принятия нового бюджета на 2016 год, значит, здесь будут выделены определенные суммы денег для того, чтобы закончить работу внутри помещения. Полностью изменилась и прилегающая к Дому культуры территория. Обновлена и дополнена игровыми элементами детская площадка, которую уже по достоинству оценили малыши. Благоустройство завершили уютные скамеечки и клумбы. Тут же разместилась и свободная библиотека, услугами которой может воспользоваться каждый желающий. Совсем скоро жителей Молодолинского ждет еще один подарок – открытие нового школьного стадиона. В пятницу в городском дворце культуры и искусств состоялась конференция трудового коллектива государственного предприятия «Ильичевский морской торговый порт». Ильичевские портовики обеспокоены падением грузопотоков, которые ранее были привлечены в порт в соответствии со стратегическим планом развития предприятия. Начиная с сентября грузопотоки в МТП упали почти на 30%.
Более 200 делегатов приняли участие в конференции трудового коллектива Ильичевского морского торгового порта, которая состоялась 16 октября. Перед собравшимися выступил исполняющий обязанности директора порта Анатолий Еременко, который обозначил одно из приоритетных направлений деятельности коллектива предприятия. Сейчас задача с вами стоит только привлечение грузопотока, чтобы была работа и, естественно, будет заработная плата. Несмотря на сложившуюся ситуацию и трудности, с которыми сталкивается транспортное предприятие, в порту продолжается финансирование социальных программ. Мы продолжаем платить медицинское страхование работникам порта, членам их семей, пенсионерам. И что направлено, вот, ну, естественно, существенная сумма на это уходит. 3 600 000 гривен ушло на страховку. Оказана материальная помощь работникам порта, пенсионерам через фонд милосердия в сумме 200 000 гривен. Портом перечислено в больничную кассу для выплаты помощи лечащимся нашим работникам и членам их семей 350 000 гривен. Неработающим пенсионерам и членам пенсионных клубов, которые у нас «Надежда», «Ветеран», «Маяк», «Портовик», выплачены премии праздником в сумме 350 000. Портовики выразили обеспокоенность тем, что ряд грузов уходят в другие порты, а инвесторы перестали проявлять заинтересованность в сотрудничестве. В своем обращении к портовикам глава профсоюза работников морского транспорта Сергей Брызгалов подчеркнул тесную взаимосвязь между грузоперерабатывающими предприятиями и компаниями-грузовладельцами. Кроме этого, лидер профсоюзов акцентировал внимание делегатов на неудовлетворительную кадровую политику, проводимую профильным министерством. Друзья, что происходит сегодня? В Украине остались по пальцам люди, которые являются и компании, которые являются грузовладельцами. Мы с вами перерабатывающее предприятие. Мы зарабатываем деньги только тогда, когда есть груз. Без груза мы ничто. Конференцией трудового коллектива было принято решение обратиться в Министерство инфраструктуры Украины с требованием пересмотреть кадровую политику, которая негативно сказывается на развитии и деятельности государственного предприятия Ильичевский морской торговый порт. А зараз офіційна інформація. Виконавчий комітет Ільичівської міської ради прийняв рішення про організацію та проведення громадських слухань під час громадського обговорення на тему «Проєкт реконструкція каналізаційних очисних споруд для міста Ільичівська», в якому, зокрема, говориться. З метою ознайомлення громади міста Ільичівська та селища Овідіополь з проєктом по реконструкції каналізаційних очисних споруд для міста Ільичівська відповідно до статей 13, 17, 30, 1, 33, 52 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку залучення громадськості до обговорення питання щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, виконавчий комітет Ільичівської міської ради вирішив провести громадські слухання під час громадського обговорення на тему «Проєкт реконструкція каналізаційних очисних споруд для міста Ільичівська» із залученням громадськості міста Ільичівська та селища Овідіополь села Дальник. Інформувати громадськість через офіційний сайт Ільичівської міської ради, ЗМІ міста Ільичівська та селища Овідіополь села Дальник про початок громадських слухань під час громадського обговорення. Призначити проведення громадських слухань під час громадського обговорення на 18 грудня поточного року у 16 годині за адресу місто Ільичівськ, вулиця Леніна, будинок 33, другий поверх, актова зала. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Ларису Пічахчі. В ночь на понедельник неизвестными лицами или лицом была предпринята попытка поджога здания телерадиокомпании «Ильичевское телевидение». Связан ли этот инцидент с предвыборной кампанией, установят правоохранительные органы. В понедельник утром сотрудники телерадиокомпании «Ильичевское телевидение 3» обнаружили, что вход в здание облит неизвестной горючей жидкостью, а баннер с названием канала поврежден. По вызову на место происшествия прибыли сотрудники милиции, которые зафиксировали попытку поджога.
Инспектор государственной службы по чрезвычайным ситуациям после обследования места происшествия оформил соответствующий акт, который передал правоохранительным органам для проведения дальнейших следственных действий. На данный момент решается вопрос о внесении вызова в единый реестр досудебных расследований. Хочется отметить, что когда людям не хватает аргументов или интеллекта для отстаивания своей точки зрения, они прибегают к сомнительным способам демонстрации своих взглядов. К сожалению, эти граждане забывают, что такие действия являются правонарушениями и подлежат наказанию. А сейчас информация коммунального предприятия «Ильичевскводоканал» о том, у кого в нашем городе не будет воды. В связи с ремонтными работами на насосной станции с 18 часов вторника 20 октября до 8 утра среды 21 октября будет отключена подача холодной воды на жилые дома по адресам Ленина 39, 41, 43, улица Парковая 34, 36, улица 1 мая 1Г, в домах частного сектора и кемпинге по улице Набережной. Ильичевскводоканал приносит свои извинения за временные неудобства. В субботу 17 октября, согласно распоряжению городского головы, в Ильичевске прошел общегородской субботник. Главной его целью был вывоз опавшей листвы и веток деревьев, а также высадка зеленых насаждений. В субботу с самого утра возле исполкома начала собираться тяжелая техника – погрузчики и самосвалы. Всего около двух десятков машин, которые направили городские предприятия для участия в субботнике. Координировали работу спецтехники сотрудники горжилуправления. Во время проведения субботника большое внимание было уделено вывозу опавшей листвы. Мощные механизмы специальных автомобилей с легкостью справились со своей задачей. Собранная листва будет вывезена на очистные сооружения для утилизации. Всего во время проведения талоки силами сотрудников всех подразделений горжилуправления, коммунальных предприятий и жителей города был произведен большой объем работ. На этом субботнике было задействовано 18 единиц техники. Было задействовано как самосвалы, так и погрузчики. Мы вывезли 35 самосвалов листвы, 10 самосвалов веток, посадили 109 деревьев и кустов. За субботник было установлено 6 скамеек новых. В субботнике приняли участие около 1000 человек, среди которых сотрудники всех коммунальных, а также обеспечивающих жизнедеятельность города предприятий. Существенную помощь коммунальщикам оказали школьники и учащиеся училищ. Это были и школьники, и работники коммунальных предприятий, а также жители. К сожалению, количество жителей, принявших участие, слабое. То есть сознательность не совсем такая, как хотелось бы. В этот день многие ильичевцы занялись благоустройством своих придомовых территорий. Так, жители домов по улице Карла Маркса 21 и 19 вскопали в своем дворе все клумбы, а затем высадили на них яркие осенние цветы, зеленые декоративные кустарники и молоденькие деревья. Навести порядок в своем дворе вызвались и жители домов 8 и 10 по улице Парковой. Здесь на придомовой территории активные ильичевцы высадили несколько десятков зеленых насаждений. Проводим работы вот по украшиванию нашего двора, приведению в порядок, озеленению, будем так говорить. Садим сафору и сосны. Вот. Хотелось дубков пару штук, но спасибо на этом, что есть. Будет красиво, я так думаю. В конце концов, надо давно этот двор приводить в порядок. Я давно в этом дворе живу. Осенние субботники проводятся с целью подготовить Ильичевск к зиме. Следующая общегородская толока запланирована на субботу, 14 ноября. Избирательная кампания приносит как отрицательные, так и положительные эмоции. Например, благодаря выборам у ильичевцев есть возможность познакомиться с известными личностями. В пятницу в нашем городе прошел открытый чемпионат Ильичевска по стронгмену. За золото соревнований боролись 12 атлетов из разных городов страны. Поддержать украинских богатырей приехал легендарный спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Верастюк.
«Стронгмен» – вид спорта, состоящий из сложных, экстраординарных упражнений, которые требуют от спортсменов взрывной силы и особой выносливости. Не придерживая стандартов, силачи могут приложить свою руку к любому орудию, будь то 100-килограммовые чемоданы или грузовой автомобиль весом в несколько тонн. 16 октября в нашем городе впервые прошли богатырские игры – соревнования по «Стронгмену». За звание победителя боролись 12 атлетов из разных городов Украины. Поддержать участников состязаний в наш город приехал обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Верастюк. Легендарный спортсмен впервые в Ильичевске и, к сожалению, из-за плотного графика не смог как следует познакомиться с городом. Палац спорту побачив. Принаймні те, що я побачив, от ось в цьому районі мене приємно вражає. Візуально, вроді чисте, зелене місто. Зрелищные состязания не оставили равнодушными зрителей, которые после окончания выступлений еще раз могли убедиться в силе и выносливости украинских богатырей. Призеры чемпионата охотно демонстрировали ильичевцам свою богатырскую силу. А неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, заслуженный мастер спорта Украины Василий Верастюк с удовольствием общался и фотографировался со зрителями, раздавал автографы и отвечал на вопросы. Именно в Ильичевске знаменитый стронгмен узнал, что статья о нем размещена в учебнике по основам здоровья в разделе «Гордость Украины». Ну, звісно, мені дуже приємно, і ви мені це сказали. Я розумію, що ці всі довгих 25 років, які я провів у спорті, я провів не даремно. Главная цель соревнований по стронгмену – это пропаганда здорового образа жизни. Участники и призеры чемпионата на личном примере показали жителям Ильичевска, что здоровый образ жизни – это здорово, красиво и зрелищно. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидания.